У нас, смотрите, час 15 ночи и утра. И мне осталось спать всего лишь 7 часов, потому что в 8 часов у меня начинается лекция по биомедицине. И там рядом учительница, и она не оставляет запись в интернете. Успел-успел, появился на лекции, услышал, не появился, пропустил. У нее очень важный материал насчет сердца, и поэтому никак пропускать нельзя. Я не понимаю, в чем сложность оставить запись на сайте, чтобы все потом смогли пересматривать, если что-то забыли, было непонятно, можно было вернуться. Но нет, видите, она не оставляет запись, а надо обязательно присутствовать на онлайн-лекции. Поэтому я сейчас иду спать и увидимся с вами завтра утром. Я ошиблась, я еще не иду спать. Дэмил у меня попросил бутерброд с кабачковой икрой. И я, знаете что? Я когда готовила икру, я, конечно же, ее и солила, и перчила, но не сильно. И потом, когда вот она уже настоялась, стала холодной, все там впиталось, перемешалось, все равно вкус меняется, когда она, знаете, горячая после изготовления, и потом, когда она холодная, становится после того, как постоит в холодильнике. Так вот, я солю и перчу еще раз, заново, и тоже не всю миску, а только вот на бутербродик. Я уже есть не буду, понятное дело, час ночи куда. Я последний раз ела в 7 часов вечера рыбу красную, а Данечке делаю такие вот бутеры. Вообще так спать охота. Кто это тут у нас? Марио, хочешь отведать эти курочки? Пожалуйста, Дэнни, пожалуйста. Как ты лайфинг? In Russian. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Посмотрите, он уже сбежал. У нас уже утро, и у меня идет лекция по биомедикаментам. Мы уже написали контрольную, уже прослушали лекцию по биомедицине. Сейчас вот математика заканчивается. Как пересчитывать дозы, если, к примеру, у пациента была инъекция, но ему больше не хочется делать себе инъекцию и 24 часа лежать в капельнице, а он хочет себе установить патч, у нас это пластырь, из пластыря поступает лекарство. И надо пересчитать дозу. Если, к примеру, по инъекции он получал в час 0,3 миллиграмма определенного лекарства, то сколько ему надо в день вместить в этот пластырь, чтобы он получал одинаковую дозу. У меня порция значительно уменьшается. Вместо пластиковой тарелочки я себе взяла миску. Называется она bowl в панде. Конечно же, по соотношению курицы и риса. Риса в 10 раз больше, но опять я сейчас все это выложу в другую миску. Рис дам собакам и оставлю себе только курицу. Ну вот, для Марио, потому что Нинка у нас тоже очень быстро толстеет с углеводов. И для меня. Кто тут у нас заснул? Данечка заснул. Данечка, пойдем стричь твои волосы. Белла, может быть, тебе тоже стрижечку сделаем? Как у львицы. Как у маленькой львицы. Белла. Белла. Babe, let's go, we'll cut your hair. No. Come on, let's go. No. Let's go. No. I will make you a really, really incredible haircut. No. You've never had it in your life. Hey, turn it off. No. Блин, every time when I make a video, don't you think what you're saying? Turn it off. No. Turn it off. Turn it off. У меня сейчас такое произошло, я так перестремалась. Короче, я сейчас пишу в SOP Note.
Я вам показывала в прошлом видео, что это такое. Делаю свое задание. И я уже на самом конце пишу планировку. И Дэниел говорит, поехали в магазин. Но я все оставила, мы поехали в магазин, я вернулась. И у меня компьютер не включается. Потом с горем пополам я его включила. И написано, что идет перезагрузка. И я такая, о нет. Перезагрузка закончилась. Я открываю свой файл, а там пусто. И я такая, Дэниел, ты у меня компьютерный технолог, так что давай, находи мне мой файл. Потому что, ребята, я пишу вот это вот задание, знаете, 6 часов вечера, сейчас у нас 11:30. Я его пишу почти 6 часов. И когда я увидела, что оно просто смылось, куда-то делось, у меня вообще, у меня внутри все перевернулось, это была просто жесть. И потом, оказывается, у него был автосейв. То есть автоматически он как-то сохранился, и Дэниел мне его нашел, и я такая, аллилуйя, слава богу. И вот я что добавила, там последние штрихи, каждый раз слово добавляю, нажимаю сейв, добавляю сейв, сохранить, 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 и все. Это пипец был бы, я уже начала плакать, я говорю, Дэниел, я не хочу все заново переделывать, ты что, блин, столько времени потратила, это все заново. Но, слава богу, мне все вернули. Вот моя работа. Видите, как я говорила, subject, object, assess и plan. Все по списочку. И моя подпись снизу. Теперь, знаете, я буду героем, если я сейчас выучу 20 листов лекции, которые мы прошли сегодня по биомедицине. Завтра у нас будут две новые лекции, каждая по 40 листов. И в понедельник у нас будет контрольная, состоять из диабета и сердечно-сосудистой системы. И да, вот сегодня я хочу выучить то, что мы прошли сегодня, чтобы это не откладывалось. И завтра, когда мы пройдем две новые темы, я сразу хочу на них прыгнуть и их сразу выучить, чтобы, знаете, нормально написать свою контрольную в понедельник. Вот не знаю, осилю, не осилю сейчас. Без 20:12. Если я прыгну на тренажерку, то точно буду целый час учить. То есть где-то в час ночи я лягу спать. Мари, завтра тоже так рано вставать. У нас будут две лекции онлайн в прямом эфире проходить. И первая в 8 утра это будет биомедицина 2 часа, и потом здравоохранение тоже 2 часа. Ну, так как я учусь из дома, то, мне кажется, могу в сонном состоянии послушать правильно. А выучить все-таки надо. Так что сейчас я пойду менять свою майку. Одену носки и... Кстати, тренажер потрясающий. Он мне так нравится. Каждый день на нем бегаю. Не могу сказать, что я выучила все 24 страницы, но хотя бы я их просмотрела, и думаю, завтра у меня что-то останется в памяти. Пробегала я 52 минуты, и время у нас сейчас без 10 первого. Опять она. Она меня преследует. Где твоя миска, Белла? Куда Дэниел спрятал? Собаки съели всю Беллину еду. У нас осталось 3 банки ее паштета. Когда должно еще остаться 33. Осталось только 3. Я ее открываю. Она немного его поест, оставляет. Прибегают собаки, все доедают. В обед она опять хочет есть. Я открываю вторую банку. То же самое. Вечером то же самое. Скажете убирать миску, когда мы выпускаем собак, убираем, да иногда и забываем, они все равно атакуют бедную Беллину миску. Белл,
И сегодня будет такой короткий влог, не как обычно, по минут 15-20, а то 30, у меня даже есть на видео, там еще 30 минут болтаю что-то о чем-то. И у меня был очень насыщенный день, мы писали контроль, у нас было две лекции, потом я делала это SOAP-ноут, и я вообще честно не замечаю, как летят мои дни, мне вообще жутко не хватает времени на все, на все мои домашние задания. Ой, ладно, ребятушки, увидимся с вами завтра. Всем хорошего дня. Пока.